перехожу из Хаммерсмита уже в Кенсингтон. И вот здесь как раз висит значок, что начинается Кенсингтон. Выглядит он вот так. Надо просто замечать на дорогах. Вот написано Кенсингтон. Ну а мы идем в чарити-шопы. Покажу, что такое чарити-шоп. Ну вот тут начинаются уже такие магазины. Опять же таки локальные они называются. Один чарити я вижу. Красный. Octavia Foundation. В него мы зайдем на обратном пути. Я сейчас иду по этой стороне, а потом пойду по той стороне. Вот он, Charity Shop. Ну, по этой стороне вот я вижу какой-то Charity. London Site Loss Charity. Vision Foundation. Ну, посмотрим, что в нем есть. Не знаю. Ну, кстати, его переделали. Он давно уже был тут. Или нет? Или это не тот? Ну, сейчас посмотрим, что там есть. Вообще, открыто ли. Вышла из этого чарити. И вот один из чарити тоже называется Cancer Research UK. То есть тут они собирают деньги для того, чтобы изучать раковые заболевания и искать какие-то медикаменты к нему. Вот в этот чарити мы зайдем. Если что-то мы купим, то мы проспонсируем исследование для лечения рака. Платье неплохое. Блин, 45 фунтов стоит. Что-то сейчас уже так дорого. Чарити стали. Раньше я такие за 5 фунтов покупала. Ну, может, это просто новая коллекция. Они обычно скидывают потом. Так, ну мне это все не надо. Мне надо только пиджачки. Вот пиджачки XS. Ну, такой неплохой пиджак. 15 фунтов. Но я зеленый не ношу, и XS не мой размер. Аксессуары, всякие бусики. Бусики неплохие, 350. Нет, все это не мое. Обувь. Тут мне ничего не пригодится. Все, что мне нужно, это единственное, туфли на высоком каблуке, черные, кожаные, офисные и качественные. Серебристый какой-то свитерочек. Мне нужно серебристое платье к моим купленным уже туфлям. Как он стоит? 8,50. Ну, что-то подорожали все чарити. Тут мужское все для дома. Мало что видно. Тут уже ничего не осталось. Открыточки всякие. Это мне не надо. Мехушка. Сколько такой мех стоит? 5 фунтов. Розовенький такой. Интересно. Шляпы тоже такие. Цветочки красивые.
Ой, ну это какой-то пиджачок Zara. 14 фунтов. Беленькая. Сейчас еще посмотрим. Свитерочки. Я люблю белые всякие под пиджак футболки. Вот такого типа. Но это слишком большая. Они в обтяжечку должны быть. О, вот такую я хочу. Ну, М-ка не мой размер. У меня L-ка. 9,50 дорого, но она, в принципе, новая. Uniqlo. Надо в Uniqlo зайти. Он как раз в Кенсингтоне находится. Может, там что-то есть. И все. Тут сапоги всякие. Ого, каблучище. Jimmy Choo. 35 фунтов. Вот так можно купить Jimmy Choo за 35 фунтов в чарите. Скажи вам еще 95 фунтов. В общем, тут стоят такие брендовые вещи. Ну ладно, пошли дальше. Здесь нет ничего. Вот еще напротив есть Oxfam. Growth Vegetables Fields Classrooms. Не вижу, что написано. Drills, Wells, Empowers Women, Fight Poverty. То есть для бедных, для женщин, ну, это на обратном пути зайду. Ну и вот Oxfam Charity Shop в Кенсингтоне. Он считается одним из дорогих, потому что тут много брендовых вещей. В пиджачок. Шарфики. Ну, какая сумка интересная. Только чемоданчик. Стоит оно 18 фунтов. Обувь всякая. Вот же мечу опять. Четыре фунта здесь стоит. Что там с бижутерией у нас? Ничего интересного. Газ. 24-25 фунтов. Штанишки кос. Ой, размер не написан, но стоит 13 фунтов. Дальше. Платьишки люблю. С бантиками. 25 фунтов. Что-то серебристое.